Куда прешь? Ну ты. Пошли, пошли. Да. Всем зарезал, помираю. Дрожишь-то, а? Ну, бей, что у тебя руки-то дрожат? Ну, я тебе и мертвая поперек дороги стану. Отвороти глаза-то. Отвороти. Боишься? Демид, отвороти ей башку. Ну, Демид, что ты-то боишься? Скоро туман рассеется. Увидеть могут. А ты не трясись. Переча, вот что, Демид. Исчезни отсюда. Навсегда. А я останусь еще здесь. На несколько дней для отвода глаз. Заберут ведь тебя. Если уйдешь, выпутаюсь. А заодно и счеты кое с кем свести надо. Про девку Серафиму много раз тебе сказывал. Вот и найдешь ее. И скажешь, что мой брат. Угу. Палку эту. Вроде как знак от меня ей отдашь. И слушайся ее во всем, как самого меня. Понял? Понял. Ножик-то взял? Забыл. Балда.
Слушай, а с этим что? Трахнуть его веслом по башке, да в воду? Выдаст? Не посмеет. Пригодится он еще. Только, Лал, вставай. Очнись, Боров. Вставай! Вставай же, черт. Ну, вставай, говорю. Черт. Держись на ногах. А, черт. Держи качан. Иди домой, проспись. Лоб-то рубашкой перевяжи, загноится. И гляди, Фролка, по одной плашке теперь ходим. Переломится, вместе загремим. Ясно? Меньшкова не иначе. Видать, силой к ней ворвались. Пожитки не тронуты, по злобе, значит. Не уберегли Марью-то. Господи, убили, что ли, Марью-то? Известно покуда. А где же она? Ну, может, жива еще? Господи. Ну, Куфрала был? А как же? В грязи около своего дома, как Боров валяется с перепою. Слово вымолвить не может, только глаза таращит. Ну-ка, пошли. Я тоже не без греха. Веселый словом человек. Ну, чтоб грязь носом, как Фролка, такую понапрасну. Да погоди ты! Захар! Ну что? Филька Меншиков дома сидит. 3 дня, говорит, никуда не отлучался. Свое, говорит, у меня горе, сами знаете. А Демид еще вчерась куда-то запропастился. Так. Но только враки все это. Сомневаюсь я, Захар. Слушай, закрой Фильку в амбаре. Фильку? Да не бойся ты его! А ты скачи в райцентр за милицией, слышь? Ну, ладно. Захар! Чего? Смотри! А Марья где? Убитая. Ой. А дочку-то в расщелине отыскала. Живая. К фельдшеру ее скорей. Не трожь. Аниска? Ну, не ждал. Руки развяжи. Погоди. Айда со мной. Ой. Куда идем-то? А? Чего молчишь? А где Демид? Иди. Ты чего мне руки не развязываешь? Ты что, Анисим? А вы, ты что ж, ошалел? Иди. Куда ведешь? Ну,
Узнаешь место, гад? Анисим, твори молитву. Анисим, твори молитву, не... Ани! Захар, а кто это? Колесников из губкома. Что ж, товарищи коммунары, вчера похоронили мы Марью. Хорошее сердце билось в груди у этой женщины. Была у нее великая любовь к обездоленным людям, к земле, на которой она выросла. Была Марья женщиной малограмотной, а видела далеко. Самую суть жизни понимала. И когда началась наша беспощадная битва против мирового капитала и всяких прочих угнетателей народа, Марья была впереди и других за собой повела. В этой битве мы победили, и никогда никому не удастся воротить старое. А убийц Марьи мы будем искать и найдем. Мы будем судить их нашим революционным судом. Убив нашу Марью, враг думал, что схватил нас за горло. Только на испуг нас не взять! И не зря она всех вас в артель сколотила, потому что понимала, в одиночку света новой жизни не увидать. Ну как, товарищи коммунары, кого в председатели выбирать будем? Захара! Большакова! Кого же еще? Правильно! Верно! Захарку! Захарку давайте! Конечно. Он с Марьей начинал, ему и продолжать. Да вы что, мужики, по мне ли такая честь? А ты... народ тебя не чествует вовсе, а работать заставляет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за Захара Большакова? Поднимите руки. Ну, давай, Захар, начинай, а мы поможем завсегда. Где Захар? Вон он! Захар! Захар! Ты чего, Андрон? Там Михей лютует, обещал дом поджечь, все крушит. Ну-ка, слезай. Его Антип сторожит. Слезай! Но! Слушался кулацкий сплетен, дурак! Не трожь партизана, гад! Ослепились! Не лезь! Гляди, что делает! Ты что делаешь, Михей, а? Уйди, председатель! Ничего вам не оставлю! Ты что, сдурел, да? Все равно ничего не оставлю! Да никто тебя не раскулачит, брехня все это! Не верю я вам! Ну и дурак! Что не веришь? Прости ты его, Захар. Обезумел он. Меньшикова, говорит, потрясли. Вот и он уезжать от сель собрался. А мы не можем. Стешенька у нас шибко хворая. Стеша. Стеша. Дитятка, Захар, что с ней будет? Ты что же, ее в дороге угробить хочешь?
А тебе-то что? Жалельщик нашелся. То Фрол с нее глаз не спускал. Теперь ты. Авось не подохнет. Страшно. Антип, открывай ворота. Сейчас. Эх, не трожь! В больницу ее надо. Председатель, говори, где мой братка Филипп Меньшиков? Буде, буде красный дьявол оружию лапать. Отлапался. С Машкой Вороновой рассчитались. Теперь с тобой хорошо будет. Говори, где братка мой. Ну, говори, сволочь. Думал, Филька к тебе удрал. Он, видно, подох где-то. Одной кулацкой гадиной на земле меньше стало. Да не выкручивайся, говори, где он. Тебя вот еще придавить, как вшу на гребешке. Демид, кончай с ним. Святая. Подши его под двор. На! На! Вспомнишь, где братан мой? Крикнешь, я перерублю веревку. Гад! Гад ты! Пшел! Тихо, гляди-ка. Обняв Ролка, конец тебе с петухами, председатель. Спасибо, Фрол. Живи на здоровье. Ну, дальше-то уж не провожайте. Сам доберусь. Ну, до свидания. Будь спасибо, здоров, спасибо. До свидания, сынок. Спасибо, мамаша. Добрый час. Ну, председатель, ты на нашу медицину не серчай. Можно сказать, одной ногой в могиле был. Вытащили? Ну-ка, пройдись. О, молодец. Молодец! А хромота она со временем пройдет. А рука, если невесту найдешь, и одной рукой обнимешь, а? А через месяц приезжай, обследуем, все будет хорошо. Ты только не волнуйся. Здорово, Андрон.
О, наконец-то, Захар! Захар, здорово! Здорово, полегче только. Выздоровел? Все хорошо. А я сомневался. Как сомневался? Да шибко плохо он был. Захар, давай я тебе помогу. Ну, Захар Захарович, добрый час. Дяденька Захар. Спасибо, доктор. Возьмите, пожалуйста, нас обратно в деревню. Пропадем мы ведь с мамкой. Меньшикова Натаха, Филькина дочь. Она самая. Мать ее лишилась разума. Все твердит, что видела, как кто-то ночью мужа ее сбросили с утеса. Как сбросили? Твердит, что сбросили. Вот мы и взяли ее к себе на лечение. А дочке разрешили при ней быть. Давай-ка зови мать. Домой поедем. Давай, собирайся. Собирайся. Спасибо, Захар Захарович. Натахе в деревне легче будет. Удивляюсь я тебе, Захар. Удивляюсь. Нельзя же из-за одного гада всю семью под корень рубить. Бог помощь, Андрон. Бог-то бог. Да и сам бы помог. У нас у земли дело по горло. Председатель, здорово. Здорово, Антип. Скотину пасешь? Какая скотина? Заколачиваешь? Ага. Вот огородишко прирезаю себе. Земля здесь хорошая. Картошка будет родиться. Кто разрешил? Сам же говорил. Чего я говорил? Я тебе говорил, вон докуда, до угла. А ты куда влез? Здесь же пустырь. Пустырь и здесь. Вон и Антип приловчился своих гусей на выпас сгонять. Каждый день, ей-богу. Чего Антип? Ишь ты, с больной головы на здоровую. Гуси ему мои не нравятся. Гусь птица безответная. Ее куда погонишь, она туда идет. Она, как ты, на общественную землю не зарится, картофельная твоя душа. Опять же, птица для общества полезная. Сомневаюсь я, чтобы от твоих гусей была польза обществу. Они только и знают га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Сам ты гусмапчатый. Выдай ему, Антип. За что? За замашки твои единоличные. За то, что чужую землю оттяпываешь. Несознательный, темный ты элемент. Правильно говорит одно, на деле только отвери дело другое. Ты знаешь, что я за землю полез? Слышь ты, какие замашки. Оба вы гуси лапчатые. Коммунары ведь. Советчики первые. Пока председатель в больнице огород себе стал прирезать, эх ты, Андрон, ну, ты тоже, между прочим, хорош, гусак. Гусак ты. Забыли, что на совете-то решали, а? Улица здесь наша главная будет, вот и с конца в конец. Школу построим, сельсовет, клуб. Ну вот представь себе, пойдет Антип вот по главной улице, дружок твой, в шляпе, в галстуке. Калош к резину, понимаешь? А на пути твой огород. Ну. Я ж калоши испачкаю. Ну вот. Ну. Ладно, мужики. Пошутковали. Завтра в тайгу надо ехать, лес заготавливать. Для клуба? Свинарник надо начинать строить. Ну давай. Чего? Помоги мне. Колью убрать, чтоб ты не заморал калош. Здорово, Анисин. С выздоровлением, председатель. Вот посадить решил.
Пускай вместо Марии рассвет видит. Да куда тебе? Попридержи-ка лучше березку. Шел бы к нам в артель. Сообщат веселей. Веселья мне вашего не надо. Ты что ж, в одиночку решил жизнь прожить? А Фильку-то я порешил. Боялся, уползет, как змея отсюда праведного. Демитка-то в ту ночь отбить его собирался. Но я вот его с этого утесу. Значит, Матрёне это не почудилось? Не тебя, а меня Демитка к лошади должен был привязать. Откуда ты узнал, что Филька убил? А вот он. Филькин нож. Я его нашел. Здесь. Не судья я тебе в этом. Седьмой год на вас, Серафимой, хребет ломаю. Здоровьем за эти 7 лет совсем истощился. Хватит помирать. Вен там скиту не собираюсь. За такое барахло можно себе и жизнь купить. Удрать собираешься? Ну, немало чай, харчей стоил. Ты что ли здесь хозяин? Один бог здесь хозяин. На все его воля Божья. А Константин первый после Бога. Ишь ты, ты первый после Бога. Не веришь? Не верю. Гляди. Гляжу. Ты говоришь, я после Бога первый? А если я тебе повелю раздеться, да в одной рубашке пройтись среди бела дня по улице? Твоя воля, Божья воля. Ну, тогда раздевайся. И ступай. Ну вот, давай, давай. До рубашки. До Околицы и обратно.
Ну? Хватит. С жиру, гляжу, беситься тут начинаете. А ты, соображаю, есть Серафима? И моя жена. Иди. А ты кто таков? Филиппа. Меньшикова знак. Еще в 21-м году направился я было вас искать. Да по пути тюрьма больно хорошая попалась. Почти 7 годочков погостить в ней пришлось. Уговаривали еще остаться. Да как вот вы-то, думаю, друзья, братки моего Фильки здесь поживаете? Сбежал. Федя, сыночек, иди спать. Он малец-то у вас какой вымахал. А Филиппа я так и не нашел. Ни слуху об им, ни духу. Ты как же без него-то? Не лезь. А что делать-то? Сколько годов в этой дыре таиться можно до Филиппа ждать? Ну, что делать-то будем? Жить. Не всем же новой власти по душе. Ну, не скажи. Нэп сначала многим голову задурил. Нэп? Ну, новая экономическая политика. Вроде свободу давали. Сей хлеб, заводи хозяйство, торгуй свободно. Постой, постой. Как? Торгуй! Да молчи. Опоздал. Кончается поблажка это. Ну, и что ты предлагаешь? Так... Поближе к людям надо. Ты что думаешь? Нас там хлебом солью встретят? Вот почему вам куда-нибудь бы в глушь забраться. Ну, хотя бы в мою деревню. Зеленый дол. Копались бы там, пустили корни, ну и начали потихоньку им жизнь отравлять. Кто смеется, того заставить заплакать. И раньше всего председателя ихнего, Захарку Большакова. И не самолично действовать, а через Фролку Курганова. Как к нему ключи подобрать, подсказал бы. Через Матрёну, жену Филиппа, через Натаху, его дочь. Кто и ключей подбирать не надо, так сама обязана за нами пойти. Еще кое-кого подсказал бы. Убивать-то по-разному можно. Ну, а там, глядишь, и прежние времена вернутся. Пойду помолюсь за вас. А ежели прознают, кто мы такие, загремим под панфары. Переселенцев нынче много по дорогам идет с Волги, с Урала. Вот попробуем с их помощью замести следы. Эй, хозяева, не дозволите ли переночевать по соседству? Милости прошу. За компанию подороже возьмем.
Далекий путь держите. Да пора, однако, и перебираться к хорошему месту. Да. А вы? Да мы на самый Дальний Восток. Да вы не стесняйтесь, а присаживайтесь к нашему огоньку. Да мы их свой разведем. Пшал. Эй, мужики, не купите ли трубу к музыке? Не, не надо. Тем более без граммофона. Я ее у самого папа батюшки взял. Стало быть, я выменил. Ну, может, возьмешь, а? Зачем она нам? Жену от ножа прикрывать. Али, народ звать. Любой проснется. Ой, лихая похлебка. Вставай. Тихо ты. Костя, вставай. Ну, ребятушки, помоги нам, Боже, еще разок. Что ты надумал? Держи. Ты что? Держи. Ты за... Бери, тебе говорю. Кого? Зачем? Костя, бери. Распределим их по одному. И чтоб без крику, без шуму, иди. Да иди. Шут. Ну. Что, Илья? Какой Илья? Ты что, рехнулся? Илья, да еще Юргин. А вы Морозовы, Устин да Пестемея. Ой, вот это имечко. Стихни ты, труба граммофонная. Да я что, я к тому... Отцы. Держи. Проклятый. Не могли с порядочными именами попасться. Прощай. Дали мне с вами нельзя. Через неделю зеленый долг. На прощание ничего не скажешь. Прощай. Береги голову. И все. А разве мало? Ступай. Коль что, дам знать. Прощайте. Эй, с этими бумажками загремим под танфарой. Давай. Занесло нас. В такой глуши не скоро новая власть укрепится. Узнают, кто мы такие, и здесь. Не трясись ты, загодя. Ко двору бы прийтись. Верно, верно. Затаиться первое время. А потом уж и мстить будем. Издалека путь держите, товарищ Юрген.
Ирген. Ага. Ну да. Конечно. Издалека. Председатель, ты прямо скажи, если не по душе мы ведь можем и дальше поехать. Почему? Я не против. Нужны нам дельные люди. Только чем вам наша глухомань приглянулась? А тихо тут. Удобно. С одной стороны и поле, с другой лес. Но главное, конечно, не в природе. Колхоз тут. Ну, хочется попробовать, что за штука. Понравится, буду корни пускать. Я, конечно, председателя за Юргина не знаю, но на меня в обиде не будешь. Юргин, а что Юргин? Юргин тоже? Не в фанфары играть приехал. Ну, договорились. Пускайте корни. На ближайшем собрании примем вас, колхоз. Так вот, магазину никакого нет. Какая жизнь без торговли? В смысле, тоскливый. Будет магазин, товарищ Юргин. Все будет. Слышь, председатель, купи эту штуку. Да ты... Зачем мне эта железка? Какая железка? Необразованность наша. Камертон прозывается. Для настройки всяких музык требуется. Ну ладно, ладно, ты не смеши людей-то. Как у вас тут с жильем? Жильем? Дядя! Здрасте, здрасте. Дядя Захар, вот прощаться пришли. Уезжаем. Слышал, слышал. Поздравляю. Вот видишь, наши девчонки в рабфак едут учиться по путевке у ком комсомола. Это вот Оля Воронова, дочка нашей первой председательницы, Натаха Меньшикова. Молодцы, девчонки. А на прощание вот что скажу. Не отрывайтесь вы от родных мест. Какие бы там институты, академии не окончили. Вернемся, дядя Захар. Обязательно ну, вернемся. До свидания. До свидания. Я сейчас. Раззява, утопил муку.
Ой, Егор, наехал на Косогор. На бутылку он наехал. Под суд его пьянчугу. Если не утону, достану бабы. Отойди, Николка. Пусть уж пропадает мука. Лед хрупкий, мужики. Не вздумай, кто за санями. Ну, Микола, я кому сказал, отойди. Ты, председатель, больно щедрый. Колхозным-то добром разбрасываться. Ну-ка, дай-ка притвор. Вот. Ой, я догоню тебя. Потонет. Да тихо ты! Накаркаешь еще под руку. Мужик, да просто спасает, а ты... Сомневаюсь я, что лед выдержит. Эй, мужики! Держи! Взяли? Тяни! Устин, отходи, там лед слабый! Левее, левее давай! Анти, притвор-то твой уплывет! Да, без сей. Главное, муку спасли. Вот. Опять же, общественная. А дверь, черт с ей. Вот что значит, как гуртом взялись все. А ну, доставай притвор. Какой такой притвор? Верчок кривоногий. Кто кривоногий? А ну, это доставай я, кривоногий. Доставай, Папа, говорю. Марфа, перестань махать среди руками. Среди бела дня. Отчаянный ты. Да, думал, совсем хана. Зовешь, совсем зовешь, пару раз. Стакашек самогона хлистани. Пестемеевая без стакашка отогреет. Горячая она. Мужик ты, Устин Акимыч. Да. Здрасте вам. Ну, вот. Это что за номер? А это, так сказать, вроде как долг платежом красен. Ты мне ничего не должен. Вот, как? Ты перед колхозом виноват. Так темень же была, я же не виноват, Устин Акимыч. Ну, это ты колхозникам объясни. Я-то верю, что ты не по злому умыслу. А вот Захар, поверит ли? Ну, вот, и Захара и разубедил бы, а? Устин Акимыч, кабанчик-то вот, сытенький, а? Устин Акимыч. Ну, да что же это, меня купить пришел? Да... Человека за свинью купить хочешь? Да... Ну-ка, забирай-ка своего сытенького, да, и проваливай. Устин Акимыч. Проваливай! Зачем же так обижать человека? Если дар от сердца, к сердцу и принять надо. Thank you.
Ну вот что, я, Егор, на дружбу скупой. Ты уж не серчай. Но уж если дружить, то до смерти. Понял? Да, Устин Акимыч, я за тебя... Вот что, чтоб с полнамека, с полуслова понимал меня. Понял? Ой, человек же ты, Устин Акимыч. Ну, давай. Ну. Да я за тебя, Устин Акимыч, знаешь чего? Пестемея Макаровна. Господи. Да я за вас, ой, родненькие. Я не знаю, чего сделаю. Ой. Захар Захарыч. Куда бы мне, а? Пойдем. Можно? Ай, Захар, Захар. Ну, наконец-то. Ну, заходи, гостем будешь. Да нет, я на секунду. Давно, понимаешь, собираюсь зайти к тебе. Да все некогда за этой суетой. Ну да, ну да. Спасибо тебе, Устин. Чего? За Саню с мукой. Да, ну, чего? А не... Знаешь, признаться, я думал о тебе, что ты хуже, чем есть на самом деле. Давай, давай. Знаешь, как говорится, корова и так к новому стаду-то не сразу привыкает. Это верно. Строитесь хорошо. Основательно. Да осваиваемся помаленьку, Захар Захарович. Врастать надо в сибирскую землю-то. Покрепче врастает. Чтоб дети твои настоящими коренными сибиряками стали. О. Им продолжать наше дело. Им продолжать так. Наше дело. Ты почему не на работе, Пестемея Макаровна? А? А зачем мне туда? То есть как? Зачем? Церковь закрыли, ладно. Но зачем в амбар превращать? Глумиться над святым местом? Что она у тебя такая верующая. Да верующая, верующая, Захар Захарович. Ты уж не обижайся на нее. Ведь зато она в работе безотказная. Пойду. Ладно. Пусть идет доярка на ферму. Ну, корову мою молитву не помешает. Ну да. Ну да. Ну да. Так вот ты какой, Захар Захарыч. Ну ничего, Устинушка. И к нему ключик подберем. Пора бы с Фролом подружиться. Чего ты за мной следом ходишь? Откуда ты к нам заявился? Кто ты такой? Тихо ты тут, как Фрол, а? Как в храме. Хорошо грехи замаливать. Ты зачем здесь? А, для печуги.
каждая ветка дом вспорхнула и полетела. Ну, здравствуй, что ли? Стервятник-то, однако, не печуга. Не знаю, не знаю. Глаз, однако, никому не выклевывал. Чего? Здесь, что ли, было-то? Дурак, дурак, услышат. На, топор. Держи, держи. Откуда ты знаешь? Откуда? Не было этого. Не было. Не знаю я ничего. Это про Марию, что ли, про Ворнову? Не знаю. Дурак, не в моих интересах старые грехи-то ворошить. Давай лучше в дружбе жить, понял? Не было этого. Не было этого! Не было. Нет, врешь, друг, было. Понял? И пошли. Забери топор. Или вот ты, Богданыч. И мужик вроде компанейский, и партизанил. И все еще среди единоличников. Осторожничают они, прогадать боятся. Да чего их уговаривать, Захар? Скажи им, да, Захар. Скажу, 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 мужики. Это его Михей сбил с панталыку. Дело это, конечно, сложное, но и выгодное. А тебе, Богданыч, так отвечу. Ты вот в своем единоличном хозяйстве никогда из нужды не выбивался. Хлеба досыта не ел. Точно, так что уж свою выгоду ты понять бы должен. Вот приехал к нам Филимон Колесников, вы его знаете все, он вас знает, вместе с ним в гражданскую воевали. От рабочих Магнитки приехал он к нам сюда, в деревню, помогать проводить сплошную коллективизацию. А я сомневаюсь, что мы осилим эту сплошную, ну как ее? Коллективизацию. Коллективизацию. Сомневаюсь. Андрон у нас завсегда сомневаться. В 19-м году многие из вас тоже сомневались, что отстоим мы нашу советскую власть. А вот Марья не сомневалась. Она верила. И по ее вышло. Сомневались и тогда, когда мы Турксиб, Днепрогресс, Кузнецк строить начинали. А мы сейчас у нас в Магнитогорске такую домну отгрохали, что, ну, выше самой большой колокольни. Это что ж за фиговина такая, а? Что это? Иди сюда. Ну, иди, подержи. Вот, представь себе вот эту колокольню, а внутри ее пламя бушует. Вот тут. Это значит, сталь в ней варится. Я вот вам наши газеты привез. Тут про нашу работу написано. Дайте только чуток времени, и Россия наша станет железная. Ну, стальная, значит. Почитай, на. Рабочий класс сейчас по всей стране больших успехов добивается. Теперь дело за вами. Ходи. Неужто Стешка? Стешка. Михаил Иванович, дочка. Вот ты какая стала.
Да, вот такая. А что? Ничего. Проходи, проходи. И не похоже, что председатель тут живет. Ты что, думала, у меня тут хоромы, что ли? Одному-то мне больше и не надо. Ну, одному-то, конечно. А я помню, как ты приходил ко мне после батькиного отъезда, когда я лежала в больнице. Пирожки все приносил. С калиной и черемухой. Верно. Кажется, из черемухой. А я вот к вам надумала. В колхоз. Надоело одной жить. Примите? Слушай, Стеш, так это очень хорошо, что ты к нам надумала. Люди нам нужны. Очень. Дом поможем построить, покос выделим. А если по правде, Стеш, сказать, я тебя часто вспоминал. Подожди, Стеша. Ты не сердись. Давай на масленицу свадьбу сыграем. Масленица еще дожить нужно. Вон, видите, трактор стоит. Да. Пока тракторист обедает,
Хочешь, прокачу? Ну, что... Руль тебе не вожжи. Да я на этом тракторе как антип на гармонии. Как я на гармонии? Да. Вот, давай поспорь. Ну, давай спорим. Давай спорить. Давай, давай. Разними. Разними. Да я на тракторе лучше твоего Богдановича ездить буду. Вот только курс окончил. Давай, ну, бабы, давай, давай. Свидетели. А мне ведь пока не разрешает, а я поеду. Вот посмотрите сейчас. Посмотрите. Эй, брехун. Лизалета, глянь-ка. Да куда ты на картошку даешь? Бери кручу налево. Вазич! Бери кручу! Да что, что делаешь? А дрон-то! Антихриста окаянный! Вот антихриста! Куда ты прешь? Куда ты прешь? Чего это он? Бери кручу! Спасайтесь, мамы! Маму задавлю! Уйдите, задавлю! Андрон! Андрон! Господи, за что же? Не мешай! Не мешай! Держи! Ой! Не мешай, Анти! Да тру, дьявол, стой! Ой! Пошла! Ой, Захар! Захар, задавлю! Ой, нет! Проспорил брехун! Ты что это, Андрон, ошалел, что ли? Ты что это, говорю, я для тебя, а? Слезай! Это не я! Ты что же это, Андрон, шутки-то шуткуешь, а? Захар, не говори Филимону. Это Антип все, честное слово, Антип. Не говори Филимону, а? Ладно, Андрон, иди. Хватит бабы. Иди. Ну, хватит бабы. Ну, председатель сказал, хватит. Это все Антип. Натаха, вода-то холодная. Ну, дай воды-то испить. Ну, да ладно, ладно, жалко, что ли? А, чего уставилась-то? Нравлюсь, что ли? Тогда давай, поцелую. Ты что, совсем сдурела, девка? Он сумасшедший. Видишь? Чего? Отчаянная. Вся в отца Филиппа Меньшикова. Но я слышал, тебе раньше-то Стешка нравилась. Ну и что? Нравилась. Нравилась, а потом разонравилась. Так пущай снова понравится. Понял? Здорово, Устин Акимыч!